3005 популярных видеороликов на моем канале на вечер 21 июля 2024 года. И эту информацию предоставил сам YouTube. Это, конечно, замечательно, потому что определить количество популярных видеороликов на моем канале для меня практически невозможно, потому что самих видеороликов много, да? На прошлой неделе мой канал прошел рубеж 65 тысяч видеороликов. Даже не на прошлой неделе, а даже чуть больше, да, полтора недели назад, да, это произошло. И, естественно, среди такой массы видеороликов, как вот определишь, какие из них популярны, какие нет, да никак. Но сейчас это и не нужно, потому что на YouTube есть агрегатор, который обрабатывает данные о количестве популярных видеороликов и выдает уже готовую информацию. Остается просто использовать эту информацию, что я, собственно, сейчас и делаю, снимая вот этот данный видеоролик. Да? Естественно, я благодарен YouTube за то, что у него есть такой агрегатор, который избавляет лично меня от всяких хлопот лишних.